Блять. Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня продолжаем проходить Resident Evil 2 на хардкоре. На чем мы тут раз остановились? На том, что мы заколотили окна, и здесь какой-то мудак. А, он окно ломает, ладно, пусть ломает. Нам надо бы на второй этаж сгонять. Исследовать карту. Блять, он заебал стучать. Сюда. Или не сюда? Вроде сюда. Пока никто не ломится. Он встанет? Или не встанет? Или встанет? Понятно. Патроны для дробовика, которого у нас нету. Вообще замечательно. Вообще шикарно. О, переносной сейф. Ему вроде батарейки нужны, или как? Или да. Изучить. А, подберите комбинацию, чтобы его открыть. Неправильно. Ага, нет. Да. Да. Да, да, да. Да. Да, да, да. Нет. Да, да. Да, да, да. Да. Нет. Значит, так, так. Так. Стоп. Так, так. 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 Сука. Так. Так, ладно. Что? Да. Да, сюда. Блять. Я запутался. Сюда. Ты. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. И сюда. Сюда, сюда. Нет, сюда. Сюда. Уф. Сюда. 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 А, все, понял. Так, следующая кнопка у нас какая? Нет. Ага, все окей. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Запчасть от клавиши. Хорошо. Записка на стене. Инструкция к переносному сейфу. Нажмите кнопку, чтобы включить соответствующую лампочку, чтобы открыть сейф, включите их все. Кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Нажав неправильную кнопку, вы выключите все лампочки. И вот придется начинать сначала. Ну, мы уже открыли сейф, так что уже поздно. Здесь нам нужен детонат. А... Нет, не детонатор. Хорошо. Что здесь? Дисковый замок, здесь патроны. В конце что-то. Скорее всего, это патроны. Поэтому отмечается, поэтому сразу просто... Да, блядь, он мигрирует. У, плохой зомби. Уйди. Да что за... Нехороший человек. Так. У нас сразу красное здоровье. Это херово. Идем выше. Мне
кажется ли я слышу тирана? Я слышал его шаги. Но где? Фигурка. Опять дисковый замок. Ключ. Супер. Пу-пу-пу. По-моему, если я сейчас пойду прямо вот сюда, водить дробовик будет у нас. Но вот здесь пойдет навстречу тиран. Первый раз он вроде не должен дать пройти. Что за? Ебать, уходим. Нахуй нужно, скажем дружно. Ах ты тварь. А он, сука, нам спокойно жить не даст. Так и поднимается, главное, кверху. Так, надо бы... Ебать, кто там хрюкает? Надо спуститься, сохраниться. Вау. Ты что, окно сломал? Он сломал забойкотированное окно? Так, хорошо, у нас есть ненужный ключ. У нас патроны к дробовику. Дробовику нужна вроде бы у нас... Флешка. У нас есть флеша, у нас есть пластинка для сохранения. А что там дальше? Пока месть титан нас не терроризирует. Ты сломал окно? Ты сломал окно, но не доски. Конечно, молодец. И я, конечно, молодец, что не взял с собой аптечку никакую. И какую мы теперь взяли? Мы взяли двоечку. Окей. Что у нас на двоечку есть? 102. Вводим 102. Окей, открываем. Просто порох. По-моему, должен быть подсумок где-то. Здесь. Однозначно должен быть подсумок. Та-та-та-та-та. Подсумок где-то должен быть. На двоечку же должен быть. 208 патроны для дробовика. Ага, в 203 подсумок. 2-8. Патроны для дробовика. А подсумка так и нету. Грустно. Подсумок было бы охота. Еще патроны для дробовика. А, блин, дробовик. Дробовик здесь. А там тогда у нас что? Там у нас что? Ладно, хрен с ним, надо пройти туда уже тогда. Используем тогда одну штуку для сохранения. Ладно, пусть стоит. Пялит в окно. Где эта сучка? Сучка, сучка, сучка. Возьмем вот, вот как раз надо взять аптечку. Цветную пленку. Сохранится, у нас появился ключ. Ага, так, сохраняемся. Так, а что у нас по карте вообще? Где? Комната хранения. Где этот ключ? Ай, ключ, чтобы выйти в главный холл. А типа до этого мы никак не можем выйти в главный холл, да? Ну да, дверь закрыта. Понятно, зачем нам возвращаться в главный холл, чтобы зайти в восточный офис? А, я пока не сгоняю на третий этаж, зайду в ту комнату, все-таки пройду. Угу, у нас одной хилки должно хватить. Нализана. Если нет, то пиздец. Но мы сохранились, это главное. Идем получать пизделей. Теперь он, блядь, ломает доску.
Какой он, сука, неугомонный. Вентиля у нас сейчас нету, чтобы потушить. Прекратить поток воздуха. Ну. Дядя, не надо. Не надо, дядя. Сука, у меня 12 патронов все в обойме. А вот теперь я сомневаюсь, что мне хватит на лизуна. И светошумовой нету, как назло. Ня. Стоп. Я что-то напутал? Или да? А, та комната на втором этаже. Здесь что у нас? Порох. Порох. Ебать, криповый шут. Блять, как-то он пересвечено. И я хочу предскрин. Так, а где? Предскрин будет или не будет? Алло, я хочу предскрин. Я хочу сделать скриншот. Или скринлэк. Ну-ка, теперь скриншот появился или нет? Нет, теперь штач. Ты чё, охуели? В жопу. Охуели. Я хочу сделать предскрин. Или это надо FN Alt предскрин? Но пока это делал, я слышу, как кто-то начал вставать. Да, это надо было FN Alt предскрин. Все сохранить. Только хуй знает, куда сохранил, но... Это уже совсем другой вопрос. Хорошо, хоть не с лизуном была встреча. Ага, ага, ага. Там у нас тоже очередная загадка, которую я уже не помню. Классно. А, сюда как раз таки и нужен будет детонатор нам. О, записка. Чьи-то каракули. К черту этих корпоративных ублюдков, они меня кинули. После всего, что я сделал, но раз уж такое дело, будь что будет. Повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. Я запер всех этих тупых свиней в загоне и заложил взрывчатку. Осталось только ее взорвать, и все. Сайонара, придурки. Но нет, это слишком просто. Может быть, я дам таки кому-то, какому-то поехавшему повод хорошенько повыть. Да, думаю, я вручу ему игрушку и скажу, убей того, кто рядом. Или все погибнут. Интересно, что произойдет? Вы тут орете про правосудие и гордость. Но сколько раз вы шли против меня, вашего начальника? Да, ты хороший коп. Такой хороший, что тебе место в могиле. Черт. А это вообще весело. Включу-ка я музыку. Блять, это тоже... По-моему, отсылка кому-то, но я не помню, кому эта отсылка. По-моему, блин, мы DLC за него будем проходить или нет. Или да. Вот минус хардкора, то что очень быстро можно налутаться, и тебе просто не хватает инвентаря. Эта комната будет заперта, или из нее выйдет тиран? Одно из двух. Проверяем. А нет, эта комната открыта. Мы попадаем в библиотеку. А с библиотеки у нас что? А в библиотеке у нас пока мисс можно получить только пиздюлей. Никак иначе. Леон, это Марвин. Срочно возвращайся. В чем дело, Марвин? Тебе нужно кое-что увидеть, это важно. Понял. Скоро буду. А, блядь, кто такой Марвин? И где он находится? Где он живет? Где? Где? А, он в холле находится. Все, понял. Теперь мы должны вернуться и выйти по ключу. А ключ у меня с собой? Конечно, с собой.
Давай, сейчас провалится же. Нет, не здесь проваливается. В библиотеке у нас, по-моему... Блять, какие страшные звуки. В библиотеке у нас, по-моему, пока есть ничего нету ценного. Максимум вот этот вот нож, который у меня уже есть. Да, ёб твою мать. О. О. Единорог. Где записка с... Так, полицейский участок. Полицейский участок. Нам нужна книжка с рисунками. Вот это вот нам нужно. Единорог у нас. Рыбы, скорпион, водолей. Рыбы, скорпион, водолей. Рыбки, рыбки, рыбки. Рыбки. Скорпион, водолей. О, очко единорога. Ай, блядь, я его не могу взять. Надо нож скипать. Блядь, нож жалко скипать. Убрать, объединить. Почему его нельзя в руку взять? Есть два пороха. По-моему, если я их объединю, а получится патроны для пистолета. Супер. Зачем нам их изучать? Мы делаем вот так. Собираем очко единорога. Пройдемте-ка мы вот сюда. Карта. Карта. А, вот она. Все, супер. Мы вышли на второй... Супер, мы вышли на второй этаж. Отлично. Но здесь заперто. Классика. Ладно, идем обратно. Или здесь в холл мы сможем выйти. Или получить пизды мы сможем здесь. Нет, сможем выйти. Так, отлично, отлично, живем. Живем, сейчас поговорим с Марвином. Вот и Марвин, собственно говоря. Ебать, как он еще вот живет. Где? Сюда, глянь. Да. Это кто? Знал, что она справится. Знаешь ее? А, это Вумен. Да, это Клэр. Мы приехали вместе. Попадешь туда через второй этаж. На восток. Понял. Понял, принял, спасибо, обработал. Лейтенант. Так, очко единорога нам надо сразу выгрузить. Можно сразу вот сюда, я думаю. Так Эллиот был прав. Да, но проход еще не открыт. Ага. Я раньше такой сцены не слышал. Обычно он у меня сдыхал уже к тому моменту. Сука, инвентарь слишком маленький. Это вот прям очень грустно. Так, хорошо, по карте нам куда надо идти? Здесь у нас типа закрыто, но мы можем через верх, как он сказал, через восточное крыло. Прямо на восток. Прямо на восток. Та-та-та-та. Ага. Гашиш. Гашиш, тут вроде у нас сейф. Кто, блядь, там стучится? Открыто. Здесь тоже стучатся. Путеводитель по городу. Добро пожаловать в Ракун-Сити. Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Umbrella, но и какой динамичный развивающийся мегаполис с богатой историей. Данный проводник познакомит вас с рядом самых необычных достопримечательностей нашего города. Полицейский участок Ракун-Сити. Здание в центре города не всегда было полицейским участком. Ранее там располагался художественный музей. От той эпохи нам напоминают различные элементы оформления.
такие как необычная часовая башня и статуя богини в центральном зале. Приют. В нескольких кварталах от полицейского участка расположен приют, построенный и действующий на средства корпорации Umbrella, а также ряда компаний и неравнодушных граждан. Здание славится своим витражом, привлекающих туристов со всего света. Да, туристы со всего света едут у нас в приют. Логично. Так, куда мы вышли? И как он узнал, что у нас есть ключ? Налево пойдем, нихуя не найдем, направо тоже. Здесь у нас какие-то страшные звуки происходят. А я туда не хочу идти. Туда нужен рычаг, окей. Блять, там что, вертолет взлетает или что? Здесь у нас хоть понятно, ядерный рычаг. Ясно. Грустно. Хуёво. Ясно, грустно, хуёво. Так, статья. Красный камень. Рубин. Манивший Эдуарда Черного Принца. Жемчужина, которую осушила властительница Нила. Бриллиант, приведший королеву гильотине. Каких только историй не складывают о драгоценностях. Это таинственный красный камень. Лишь очередной пункт в списке подобных самоцветов. Как и в случае с упоминанием драгоценностей, мы не знаем, откуда взялся этот камень. Говорят, будто он украшал шкатулку дворянина и даже был посвящен мудрому монарху. Этой осенью, актуальной легендами, камень будет представлен на аукционе, где, конечно, соберется множество страстных энтузиастов. Но, дорогой читатель, не стоит забывать об осторожности, ведь в тени прекрасного кроется недоброе. Камень обратил многих дворян, прежде заботившихся о своих подданных, в тиранов. Ничуть не лучше Калигулы, и это не сказки. Правду говорят, что именно кровь, коей облиты эти самоцветы, будоражит сердца и умы людей по всему миру. Блин, что за камень? А, карта доступа, и у нас опять полный инвентарь. Ладно, поставьте руку. В руку книгу. Книги нет. Ну и хуй с ней. Та-т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 а. Зато у нас есть карта доступа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Карту по доступу есть, а мозгов нет. Вот что парадокс. И места в инвентаре тоже нету. Так. Блять, что так страшно-то? Забавно, вертолет вроде не горит. Эй! А! Леон! Эй, хуй побрей. Клэр! Секунду, я спущусь. Хорошо. Ну да, загорелись мы теперь. Клэр, как же я тебе рад. Ты как? Просто этот вертолет... Да не. Какая романтичная обстановка у них. В этих милых карманах случайно нет ключа? А, увы, нет. Там шпингалет, блять, какой ключ? Как? Ну, типа, выживаю. Круто. Да. Брата нашла? Нет. Какая романтическая беседа. Не сдавайся. Мы отыщем его. Черт. Угу. Сейчас набегут. Да. Ужин стынет.
это она про себя? Не волнуйся за меня. О себе подумай. Прикольная отсылка. Клэр, уходи. Быстро. А то остынешь быстро. Эй, давай выживем. Вместе. Блять. Я думал, я один выживу. Ну ладно. А, Марвин, есть проблема. Тут повсюду зомби. Марвин, прием! Марвин! Что тебе? Сука. Блять, мне при... Сука. Так, какие у нас варианты расхода? Мы можем залететь сюда. И не сможем пролететь сюда. Или сможем? Нам бы найти комнату сохранения. Ну, скорее всего, патроны нам для этого и дали. Типа, настало твое время, Джонни. Беги как можешь. Шишак штукой. Усёл, блядь, ты что так пугаешь? У меня еще и шоту наполовину хп, охуенно. А как нам здесь открыть? Я что, типа, хотите сказать, ошибся? Типа, мне не сюда надо было? Или типа я должен вернуться к Марвину? Так, здесь нам что нужно? Предохранительный щиток. Но предохранителей у нас нету. Да. Блять, а ты там уже откуда появился? Хорошо, что мы имеем? Проход дальше у нас закрыт. Мы можем вернуться к Марвину отсюда. Пол. Ага, в библиотеке у нас красная книга, которую нам по-любому нужно будет забрать. Да... Не дергайся. Не дергайся, кому говорю. Он меня игнорирует. А вот этот вот, я смотрю, голодный. С утра не завтракал. Падай. Ну не падай духом. Все, понял. Ребята, спокойно, лежите. И что это? А это ошибка. Продолжаем. Единственное, что я сразу забрал книгу и открыл холл, точнее в полицейскую зону, дверь, и мне стал теперь ключ не нужен. Это все, что я сделал. Так, книга у нас с собой, сейчас мы зайдем сюда. Блин, как же игра не вовремя обновилась. Мудозвоны, горите. Сука. Пиздюки несчастные. Почему они, кстати, не горят? Типа их урон никак вообще не дамажит? Или что? Подожди, а можно разобрать? Здесь ничего в книге нету. Запись идет. Супер. Так, хорошо, использовать. Отлично, скипетр, и сейчас залетит лизун. Да? Да. Теперь я, насколько знаю... Ага, ты мне подсказываешь. Уже так поздно, когда... Когда я сам уже это знаю. Так, вот он. Вот он, но что нам надо? Красный камень, похоже, дорого стоит. Нет, лизуна не будет. Не-не-не, пацаны, вы там горите дальше.
Я к вам ничего не имею против вас. Не для вас. Вентиль, дисковый замок. Нож. А вентиля у нас нету. Оружейню. Office Stars. Хорошо. По третьему этажу у нас что? Холл. Дверь. Карту надо будет еще открыть. Часовая башня. Здесь нужен детонатор. Хорошо, а куда нам пропуск нужен будет? Куда-то же пропуск нужен будет. Марвин, все. Он жив. А куда красный камень-то идет? У нас вылезти. Здесь у нас ключ. Эту дверь мы не чекнули. Потому что здесь запертая дверь. Нам надо бы дать опять кругу. Так, хорошо. Раковина. Пульт от шкафчика. Вот эту дверь я открывал. Супер. Вот для чего нужна карта. Наконец-то у нас будет дробовик. У нас будет дробовик. У нас есть дробовик. На четверочку. Сейчас нам дадут пошмалять с дробовика. Так. Хорошо, по инвентарю. А, карта все у нас уплыла. Нихуя себе. А может, я хочу ее с собой забрать? Может, мне этот пропуск нужен? Да и мне и подсумок, в принципе, нужен. 103. Может, я не могу открыть. Но 106-то я могу открыть. А в 106-м лежит пленка. Почему я это сразу не сделал? Потому что я дебил. Забираем пленочку. Да еб. Пленочку. О, есть пленка. Комета. И 109 я могу открыть. А чё ж я так несколько раз проходил и проглазел? А как оно так вышло? Объединяем, конечно. Идем, проявляем пленочку. Так, здесь что у нас закрытого есть? Только в 203-м подсумок лежит. Тройки у нас нету, хорошо. У нас появился камень. Но вспомнить бы, куда он у нас идет, этот камень. Здесь сейф. В сейфе подсумок. Ну и где-то проебал записку с кодом. Здесь я проебал патроны. На улицу мы позже тоже выйдем. Здесь вообще у меня все красное. Здесь нужен детонатор. Здесь что-то на верхах лежит. Здесь закрыто. Здесь не пройти. На третий этаж мы еще не поднимались. А, по идее, у меня должен быть какой-то доступ через библиотеку. Да, вот она, дверь. Но только доски не ломай. Странно, водить за стенку кто-то прорычал только что. 55. Хорошо. Ага, и пленки нет, чтобы сохраниться. А вот так вот оставляют теперь людей без пленок. Сука. Почему это происходит тогда, когда ты уже нашел? Так, хорошо, пока мисс. У нас есть
6 под... Так, так, так. У нас нечем объединить камень? Нет, нечем камень объединять. Тогда у нас либо два варианта. Либо проверить вот эту дверь. Пройтись. И, по-моему, сюда мы не сможем пройти. Там нужно будет ключ. Но здесь мы можем что-то найти. И следующий вариант у нас... Идти через библиотеку. Давайте проверим вот этот и пойдем через библиотеку. Это будет самый оптимальный вариант. Так. Так. Кстати, может записочка где-то здесь находится? Я не помню, где находится записка. Леон Кеннеди, его новое рабочее место. Мне этот подсобок сейчас жизненно необходим. После появления дробовика. Леон в негодовании. Сейф. Лишь я и стон Леона. Так. Тихо. У меня дробовик. Не советую на меня никому выскакивать. Почему этот цвет так красный манит? Блять. Черт! Так, от этой комнаты у нас ключей нету. Блять. Че их здесь так много? А ну мне вообще туда надо? Сука, я кусачки выложил. Да? Или я их не взял? Если я не взял кусачки, то все очень грустно. Прям очень-очень грустно. Раз, скажите, что я их просто выложил. Нет, блять, я их не взял. Сука. Ой, ёбаные марафоны. Мы могли бы уже туда проникнуть. Но нет, нам теперь нужно писать в другое крыло. Сука, теперь опять... Придется все-таки убить этих лежащих. Горящих, точнее. Ты, блядь, там. Что за... Что он там делал? Я так понял, он прогрессивная личность, он... Сука. Он решил прогуляться или что? Где кусачки? Патроны к пистолету. Кусачки. Окей, супер. Понять бы наш маршрут. Прямо, прямо, прямо. Че я ж так... Блин, как я мог про кусачки забыть? Про такую важную вещь. Угу. Да, блядь. Блядь, попади что же. Зашибись.
доставщик пиццы. Полностью согласен. Так, подожди, у нас патроны в инвентаре были для чего? Для дробовика. А почему я тогда не дробовик использую? Встанешь? Вот и лежи. Хорошо. Пленка для сохранения плюс. Надо все хорошо здесь облутать. Порох. Сука. Лежи уже и не вставай. Какие-то, блядь. Ай, почему меня вынуждают избавиться от гранаты? Угу, здесь мы можем отпереть. Для сокращения. И здесь, блядь, вентик. Супер, сука. Что мы можем выкинуть? Мы ничего не можем выкинуть. Здесь еще и красный порох. Вообще заебись. Места как не было, так и нет. Ладно, это хоть все пометится. Это не так страшно. Сюда мы можем еще вернуться и это все собрать. Здесь недалеко. Хотел бы я вам сказать... И мы можем как раз таки сохраниться. Ага, здесь всего лишь две эти нужны. Ебать, он страшный. Ебать, сука. Пу, как же это было страшно. Хорошо. Сохранить. Сохранить. Куда вентиль? Вентиль на второй этаж нужен, чтобы... Чтобы что? Чтобы перекрыть воду. Так что пока мне сохранить. Кусачки. Кусачки всегда с собой. Я пойду сейчас залутаю нашу комнатку потайную. Здесь у нас почему? Может, на втором что-то? А, из-за досок. Заберем порох, заберем воск. Ты серьезно? Чел. Все, лежи. И не вставай, ебать, просадка. 24 кадра. 46, хорошо. А почему такой низкий FPS? А почему так? Порох. Минус сердце. Минус сердце в пятке. Сука. Вообще-то это было страшно. Это было страшно. Так, блин, я сохранился раньше времени. Хранить, хранить. Это достать. Это достать. Патроны достать. Мы так не нашли записку. Так, мы с собой взяли. Мы с собой взяли по максимуму. Думаю, пробежать мы сможем все-таки.
Но теперь они же будут все стоять, да? Ну да. Беги, беги, Леон, бежим. Бабум он там оттуда. Уйди. Сука. Я не сексист. Наверное. Здесь детонатор. И я полушотный. И травка, которую я сейчас кушаю. Так. Locker room. Ебать, не стучи. Страшно. Locker room. Комната. Какая комната это у нас, locker room? Локер, локер. Лэп. Локер лум, лэп. Что будет, если я их объединю? Патрон для дробовика, супер. Для детонатора нужна батарейка, так что еще рано. Светошумовая у нас есть. Так, я думаю, на этом мы, пожалуй, сегодня закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.